Хотите знать, как приготовить жареную красную рыбку? Очень просто. Мясо красной рыбки особенно полезное и вкусное, содержит много полезных веществ и минералов. То, что нужно для здоровья и красоты. Не стоит долго жарить красную рыбу, допускается подавать ее немного сырой. Вы можете ее не только обжарить, но и запечь в духовке или на гриле. Не срезайте с нее кожуру, чтобы сохранить сочность. Подавайте рыбку немного остывшей, можно сбрызнуть лимоном. 1. Вымойте рыбу и оботрите ее салфетками. Острым ножом сделайте глубокие надрезы. 2. Натрите рыбку солью и перцем. 3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите рыбку кожей вверх. Обжаривайте до образования золотистой корочки. 4. Переверните рыбу и посыпьте карри, обжаривайте еще 1-2 минуты. 5. Подавайте готовую рыбу немного остывшей, полейте ее лимонным соком и наслаждайтесь.